Здравствуйте. Я на самом деле не была знакома с системой Монтессори, и когда мне вообще о ней рассказали, я настолько была просто вдохновлена, и я думаю, ничего себе, такое существует. Думаю, боже, почему меня так не воспитывали? Вот, и я очень сильно прониклась как бы в этом, и когда я помню, только пришла, ну, я начинающий ассистент. Вот. Я посмотрела, как вообще это все происходит. Но я как бы сама я с психологическим образованием, вот, и как бы мне больше сказали, что здесь нужно педагогическое. Но когда я начала работать, и я поняла, что здесь очень много психологии. Когда вот я слушала ваш курс, я поняла, что там очень много психологии, это очень близко мне. Вот. И когда я, получается, обучалась на психологии, я развивалась. И когда я познакомилась с вашим курсом, моя трансформация была очень значительна, потому что с детьми я поняла, что нужно развиваться, двигаться, и я вот в себе развила такие качества, которых у меня, наверное, никогда не было, но я к ним всегда стремилась. Вот. И этот курс очень многое мне дал. Вот. В плане того, что была больше работа над собой, и даже в некоторых моментах я, опять же, благодаря курсу, благодаря информации, которая мне была дана, я даже как-то направляла гида, то есть я даже замечала некоторые моменты, что, ну, что-то было, как сказать, некорректно со стороны гида. Спасибо вам большое. Мне все.